2 марта по 3 апреля в Солигорском районе инспекция по делам несовершеннолетних проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы», в ходе которой инспекторы работают на предотвращение совершения подростками противоправных деяний. Совместно с педагогами правоохранители осуществляют контроль занятости учащихся. Особое внимание подросткам, состоящим на различных видах учета. Первые 5 дней акции показали, что контроль необходим. За 5 дней профилактической акции было выявлено 3 факта нарушения правил торговли, в том числе это один повторный. Было задержано 3 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, достигших 16-летнего возраста. 3 несовершеннолетних также было задержано не достигших. В частности, вот вчера, 27 марта, был задержан 11-летний несовершеннолетний, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был выставлен диагноз алкогольная интоксикация. За период проведения акции также был задержан несовершеннолетний, который находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических веществ в общественном месте, был составлен административный протокол по части 4 статьи 17.3 Административного кодекса Республики Беларусь.